Всем привет! Давно хотел сделать дел на ручных колесах. Хотел вот с этого узела, но это дело переделать, с бочкой сделать. Такой военный топливозаправщик типа. Вот с этого узела взял бочку оранжевую. Вот покрасил ее. Тут у ней открывается сверху. Оставил родные надписи. Огня опасно. Сзади вот тоже. Ну и с этой стороны родная надпись осталась. Не знаю, почему на капоте, короче, сдулось именно только на капоте. Хотя грунтовал и кабину, и бочку одной и той же грунтовкой. И краска одна и та же. Вот. Ну, еще возле ручки немного сдулось. Ну, в принципе, тоже прикольно получилось, что так сдулось. Он чисто черный. Тут вот габариты сверху, поворотники в черный покрашены. Вот ничего лишнего. Свет я не хочу у него делать. Колеса на нем вот такие вот от Greenlight. King of Crunch. Вот есть такие же еще у меня хромированные. Вот на автобусе. Ну, диски хромированные, а резина такая же. Вот. И такие же диски диаметром, но резины поменьше. Вот, все это было. Вот в этом. Один комплект такой. Четыре вида колес разных. Ну, диски одинаковые. Ну, вот эти белые были. Я их покрасил в цвет горчичный, как и сам кузов, как и весь 66-й. Ну, не его. Может, кто видел уже. Ну, вот на автобусе тоже. Можно с автобуса переставить. Ну, тут у меня амортизаторы работают спереди, сзади. Вот. Хотел тут еще распорки такие сделать. Вот они у меня готовы. Вот. Хотел их сделать, но в принципе это тут люфта нет. Я сделал по-нормальному. Вот люфта нет у колес. Ну и чтобы выпадали они, я тоже там ограничения сделал. Получился зил военный топливозаправщик такой. Ну, может, кто-то скажет, слишком высокий. Ну, можно ниже сделать такой вот зил. Вот есть еще такой зил, кто не видел, здоровый. Надо для него полуприцеп будет потом сделать. Вот получился зил. Сделал я его вообще за несколько часов. Что тут перекрасил, да, под колеса сделал вот эти вот амортизаторы. Вот, вот еще с этим потом что-нибудь сделаю, и вот с этим. Всем спасибо за просмотр, пока.